Добро пожаловать на канал Говно. Обзор в этом видео особенно он по двум причинам. Во-первых, это тот самый сервер, на котором лично я начинал свои приключения в Days, а во-вторых, он абсолютно без доната. Заинтересовало? Тогда давай разбираться, в чем тут подвох. И если он вообще. Как всегда, с тебя лайк и подписка, и будем начинать. Гость у нас сегодня непростой, я бы даже не побоялся этого титула, король полноценной ванилы. Да, с Ванилы рождены. И, пожалуй, это более чем красноречивый титул. Сразу скажу, что данное видео будет несколько отличаться от себе подобных на этом канале. Сервер у нас сегодня серьезный, так что никаких гачи-приколов. Я сказал, никаких гачи-приколов. Ладно, но это была хорошая попытка перестать делать забавные видео. Вернемся к обзору и начнем мы с козырей. Во-первых, это, конечно же, полное отсутствие доната. Для многих подобное заявление может показаться чем-то из разряда фантастики, но это действительно так. Если я правильно понял, сервер существует полностью за счет добровольных взносов. Принцип действия простой, и игроки сами собирают необходимую сумму для оплаты хостинга. Довольно необычное решение, которое, тем не менее, работает, и работает уже не первый год. Хочешь добровольно помочь проекту? Помогай. Не хочешь, не помогай. Исключительно моральный вопрос для каждого. С онлайном, кстати, у проекта проблем нет. Впрочем, он не стал изменять традициям одноименного сериала, который также пользуется огромной популярностью, правда, у девочек. А вообще, если взять во внимание вышеупомянутую систему доната, то название не такой, как все, ему больше подойдет. Причем это касается не только системы доната, но и вида от первого лица. Да-да, ты не ослышался, все сервера Даска работают именно с видом от первого лица. Так сказать, реализма всей его красе. Это уже не тот Days, где можно долго выслеживать противника из-за угла, да и любая перестрелка начинает ощущаться прям, ну, совсем иначе. Это тот случай, когда нужно попробовать самому, на словах это трудно объяснить. Разработчики Даска и не скрывают своей любви к 1PP, впрочем, учитывая направленность сервера, этот вид камеры играет только в плюс. Решение это может быть и не такое популярное среди игроков, но в случае с героем этого видео, вид от первого лица стал еще одной отличительной особенностью этого проекта. Даск состоит из 4 серверов, это у нас Чернорусь, Ливония, Намальск и Классика. Сразу скажу, что я не особо фанат Намальска, поэтому в этом видео мы не будем рассматривать эту карту, но все же имейте в виду, что она на проекте Даск присутствует. Теперь пройдемся по каждому серверу отдельно. Первый это Даск Ванила, что ни на есть идеальный вариант для новичков и любителей полноценной ванилы без модов, такой какая она есть. Но все же сервер этот с мелкими изменениями, которые компенсируют недостатки официальных серверов, будь то летающие машины или извечная проблема с читерами. Собственно, ни первого, ни второго на доске не встречал. Помимо этого, еще была увеличена прочность построек и количество падающих вертолетов. В остальном же это все та же любимая ванила, и тут ничего необычного нет. Второй сервер Dusk Livonia. По своей сути, это полная копия первого сервера, за одним исключением, которое так и называется Livonia. Сам я играю в настоящий момент именно на этом сервере, поэтому если будет желание побегать вместе, залетайте в район Слободки. Но я свою дружелюбность в этой игре вам не гарантирую. Третий сервер Dusk Classic. Уже куда более интересный вариант, по крайней мере для бывалых игроков. В каком-то смысле это эксклюзив от разработчиков, который совместил в себе как оригинальную атмосферу игры, так и модовые изменения авторской разработки. Но это не точно. Как мне показалось, администрация сервера идеально чувствует атмосферу игры, поэтому модовые изменения хоть и присутствуют, но в то же время они направлены скорее на расширение и улучшение этой оригинальной атмосферы. И данное утверждение идеально демонстрирует модовая фурнитура, которая выглядит ровным счетом так, будто по умолчанию была в оригинальном Days. Такой же подход просматривается и в прочих нововведениях, которых хоть и не так много, как на большинстве модовых серверов, но и планка качества тут совершенно иная. Dusk Classic это явно не проект солянка из разнообразного, уж простите за искренность, дерьма по типу BMW и неоновых кроссовок, а вполне себе годный и, главное, цельный проект. Например, было добавлено множество полезных механик, взять ту же возможность носить разгрузку вместе с бронежилетом, или же полезность деталей автомобилей, которые можно распилить на металл. В остальном же дублировать информацию с Дискорда не вижу смысла, тем более, что там есть очень крутое руководство пользования сервером в стиле Fallout, которое при желании может каждый прочитать самостоятельно. Не зря же разрабы это писали. Но если как-то подвести итог по серверу Classic, то эксклюзивных изменений тут предостаточно, чтобы удивить, но все же не так много, чтобы сломать. Возникает логичный вопрос.
Ах да, еще сервер Аномальск. Но, как я и сказал в начале, тут информации о нем даже не ждите. Так вот, возникает логичный вопрос. В чем же тогда весь подвох? Не может же сервер быть настолько хорошим? Не знаю, будет для вас это разочарованием или радостью, но спешу сообщить, что никакого подвоха тут нет. И действительно, сервер не такой, как все, со своим подходом как к разработке, так и к монетизации проекта. Сервер со своей планкой качества и видением игры. И если такого видения у вас и разработчиков Даска совпадает, то это самое время, чтобы пожениться, ведь вы нашли друг друга. А если серьезно, то постараюсь раздобыть для вас какой-нибудь промокод, хотя, учитывая отсутствие доната на сервере, я и не уверен, что разработчики пойдут на этот шаг. В общем-то, на этом все, рад буду, если видео оказалось полезным. Не забудь поставить лайк и написать свое мнение о сервере в комментариях. Всем пока и до встречи в игре. Интересный факт для тех, кто досмотрел до этого момента. Недавно я делал видео про ловушки в Days, кстати, если не смотрел, то очень рекомендую. И в этом видео была реклама другого проекта. И, как ни странно, я в своем стиле случайно перепутал Discord этого проекта и Даска. И по итогу я отправил видео в канал Даска, чем немножко разгневал администрацию. Должен при этом отметить, что отнеслись с пониманием.